есть анимация, детская комната, можно детей оставить. Вот расписание с понедельника по пятницу с 2 до 6, а с субботы на воскресенье с 3 до 5. Чуть позже зайдем, там как раз Юля и Дима оставили Андрея с Никой. Ну, позже зайдем, посмотрим, что там внутри. Ресторан, бар, Карина. Пойдем с папой, пойдем. Не американо со сливками. Ты, Дим, что ты будешь? А есть что-то прохладительное. Лимонад. Может быть, безалкогольное. Балтика на рока. Лимонады. Лимонад? Соки, соки. А где лимонад? Есть в стекле лимонад? Нет, в стекле нету. А какой есть? Подожди, пожалуйста, потому что... Тогда мне тоже такой же кофе. Лимонады только воды, и вот в холодильнике Кока-Кола там стоит. Ага, вот смотри, Дим, есть бутылочка Байкал. Не хочешь? В стекле нету, жалко. Водичка. Тут вкусный, мы такой, мы лимонад там пили, правда? На Берючем. Да, кстати, какой-то такой, знаешь, как советский вкус. Да, да, очень таких, вкус. Вкус детства. Я так поняла, он дорогой. Он там что-то дал ему сотку, да, за 3 лимонада. Кофе 18, вода 20. Смотрите, какое место мы выбрали. Все, Азовское море как на ладони. Это такой морской ветер, да, приятный тут вообще. Ну да, освежает. Сейчас поплавать мы пойдем, да? Пойдем? Как раз вы это, детей оставили там. 5 часов. До 6 там дети могут. Еще 1:10 минут. Еще 1:10. Ну, можно было бы сходить. Смотри, сколько людей в воде. Тем более сейчас вода будет намного теплее, чем была днем сегодня. Нужно придется это все купать, да? Чтобы эти погулять. После соленой воды, и пока соберемся еще. Ну что, выйдем, посмотрим. Сколько сейчас по времени? Около 6. Сколько тут у нас людей на пляже осталось перескаться? Слушай, даже видно, да? Дима, посмотри. Сколько тут людей в воде? Ну, и сколько людей на пляже? А вот там Терешковый, пляж Терешковый, видишь? Усеяно, прям усыпано. Может, сходим туда? Там центральный, типа, вход. Да. Там много. Все туда заходят. А сюда уже не доходят. Именно... Смотри, сколько тут места. А я раньше внимания не обращал вот эти мусорки. Вот когда на Федотке побывал, обратил внимание, что там мусорок. Там мусорок нету, они делают с пляжа помойку. А тут сколько мусорок. И вот видишь, ленты ограничили. Я тоже показывал. Обрыв. Они обрывы поскашивали, чтобы не осыпались. Видишь, вот. Обрывы поскашивали. И лентой оградили. Чтобы люди там покрывало не расстилали, не это, не ложились под обрывами. Юля, ты видишь? Я такого раньше не видел. Смотри. Обрывы, видишь, поскашивали? Да, поскашивали. И вот лентой провели. Да, да, да. Чтобы люди там не отдыхали. Слушай, сейчас можно, залезть наверх. И реально сравнить вот разницу между Терешковым пляжем и пляжем, там, где мы отдыхали, база Прибой. Вот на этот балкончик поднимемся. Сейчас около 6 часов. Вадим Терещенко. Вадим Терещенко. Или просто Кирилловка, введи в Ютубе. Давненько я не был на этом балкончике. Уже видно, какая разница в количестве людей, отдыхающих на пляжах. Вход на базу по пропускам. Вот еще одного подписчика нашел. Какая-то анимация. Как мы пришли вовремя. Сколько деток. В общем, поднялись на пирс. Давайте, нет, сначала покажу
база мотор, пляж мотор, пляж прибой. Мальчик кричит, мы попали на YouTube. Вот. Пляж мотор, там пляж прибой. Ну, видно, что там много свободного места, можно где угодно лечь, войти в море. Сколько людей. А теперь смотрим пляж Терешковый. Уже по морю, по количеству людей в море, видно, что тут прямо аншлаг. Все отдыхающие приехали и решили отдохнуть здесь. Тут еще свободно. А там уже, вот вы видите, люди, отдыхающие. Отдыхающие на пляже, отдыхающие в море. Очень много людей. И причем такое количество людей на вот один квадратный приехал дракон. Хлопают водителю. И причем такая плотность вот отдыхающих, она вот доходит до центрального пляжа, центральный пляж. И только потом, возможно, она где-то уже спадает, там где вот пляж Малибу будет, и потом коса Пересыпь. И на минуточку, сейчас практически 6 часов вечера. Юля? Ударилась. Хочу снимать с того ракурса, где блогеры снимают. А, да. Я тебе могу место уступить. Ударилась. А, уже не надо, да? Мне уже больно стоять. Не, ну слушай, для 6 часов, конечно, так очень-очень много людей. Скажи. Ну да, для 6 часов. В июне, где-то, или в июле, вот так днем было. Да. Меньше. Наверное, потому что лето заканчивается, и поэтому хотят люди быстрее себе приехать, побольше накупаться под конец лета. Ну, я тебе честно скажу, конечно, и с 20 числа где-то там цены, наверное, падают на жилье, на... С 26, наверное, говорили, помнишь? Когда на Бирючем были, сказали, 26 августа уже на цены на жилье у них падают. Ну, это примерно, наверное, где-то по всей Кирилловке такая вот, плюс-минус неделя. Скидывают цены. Так что да, скорее всего, уже цены тоже скидывают. Ну, контраст видно, да? Сколько там людей? Да. Сколько там на пляже да. прибоя, где мы отдыхаем? Ну, пляж на самом деле очень чистый, скажи. Такой аккуратненький, чистый пляж. Нет мусора, кстати, здесь мусора нету. Что нету? Мусора нету. Слушайте, я думал, что это анимация. Нет, это совсем не анимация. Школа, да, какая-то боевая. Школа, да, а что здесь? Смотрите. В перчатках, в шлемах. Ну, это, наверное, вон там работают на лапах. Это, видимо, бокс. Какая-то секция бокса приехала в лагерь. Потренироваться, позаниматься. Женщина пришла, и медитацию. Я хожу. Так что подходите. Сколько вы говорите? 7 утра. А тут это что? Что 7 йога. Утра? Йога. Вот здесь вот? Да. Напился? На пляже. 7 утра? На пляже ходят здесь. Дети встают. Да. Не, мы встаем на самом деле. Я встаю. Да. Потому что они в четверг посередине уезжают. Вот просто из спортивного интереса. Какая сейчас вода? Наверное, залазить мы не будем. Ну да, естественно, она ощущается намного теплее вода. Все, пойдемся обратно на базу. Зайдем, посмотрим, как выглядит, если, конечно, там уже всех отпустили детей, как выглядит эта комната с анимацией. Детская комната. В общем, Дима пошел Нику забирать немного раньше времени, поэтому вряд ли зайдем. А может зайдем? Куда? В эту детскую комнату. А, ты хотел зайти в детскую комнату? Ну. Ну, конечно.
А бассейн? Вы ходили в этот бассейн детский? Да, Андрюшка здесь плавал. Понравилось ему. Водичка на солнышко нагревается. А батуты? Ника обожает батуты. В бассейн наоборот не ходит. У каждого свои предпочтения. Комната еще открыта, поэтому... Ну, когда тоже, вот в июле отдыхали, Андрей, Денис, Вика, они с батутов вообще не выходили. Мы даже на море не могли выйти, пока их не убедим выйти оттуда, а потом они еще кричат, не хотят идти на море, хотят идти обратно на батуты. Да, а тут еще, понимаешь, детская площадка, проходишь мимо, потом батут, потом бассейн. Ну, в принципе, можно к морю и не выйти. Надо какой-то другой путь искать, я уже об этом задумалась просто. Ну, вот детская площадка, да? Да, детки развлекаются. И тут тоже, знаешь, есть деревья, есть тенечек. Нет, ну территория вообще огромная. Даже кто с коляской приезжает, с маленьким ребенком, хорошо вечером, знаешь, погулять, укачать коляской. Да, да, такие, знаешь, парки какие-то, аллеи. Ну и самим, знаешь, есть где походить, не сидишь на месте. Туда пошел, оно незаметно, а все равно тут движение получается. Вроде и на первой береговой линии, вроде ты сразу спуском на море, но по базе тоже надо пройтись. Все, пошли. Давайте посмотрим. Обывается. Уже обывается, да? Сейчас попробуем заглянуть. Уходить не хочешь? Я не хотела идти. Давай заберем с собой, да? Пошел, найдем наш. Поснимай. Целая толпа. Что, Андрей не хочет уходить, да? А, Андрей не хочет вообще уходить отсюда. Дочь, потом прыгаешь, хорошо? Может, еще уходить оттуда не все хотят? А закрывается уже через 5 минут. А забрать нельзя. Андрей у нас не хотел идти. Не хотел оставаться категорически. Ника, зайка. Никусь, давай Андрюшку подождем. Ушастик. Ты кисочка? Может, нам такие ушки Вики купить. Ты кисочка? Ушки папа хочет свои Вики такие купить. Это у нас девочка, соседка наша Марина, с которой мы в июне были здесь, Кириллов. С которой вы в аквапарк ездили? Да, да, Марина, да. Вот она делает своими руками такие заколки. У нее тоже девочка, и она подросла, и то, что уже там им не актуально, она нам передаривает. Я понял. Мы с вами пройдемся по этой, по набережной, тоже посмотрим. Да, сейчас возможно, похожее это... выберу. Что, не хочешь? Утренняя зарядка. Слушай, смотри, а тут еще есть мероприятие. Пятница, суббота, воскресенье. Утренняя зарядка. Пятачок возле рецепции. Акваэробика бассейна. Игровая комната. Вечернее мероприятие. Пятачок возле рецепции. О, как хорошо. Это лучшее развлечение для мамы. Посидеть. Понедельник. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А где вторник? Вторник, наверное, вот вторник. Слушай, тут тоже есть акваэробика. Юля, слышишь? Для детей тоже есть акваэробика. Да, 8 утра. Да. А потом, когда там бассейн сделают для взрослых в следующем году, тоже будет уже для взрослых акваэробика. Я надеюсь, не 8 утра. Мое пожелание не 8 утра. Да. Может, тебя услышат и не поставят на 8 утра.